прошлом году в нашей области было зарегистрировано 5 случаев ботулизма. В этом только за последнюю неделю мая 5 жителей региона с таким диагнозом попали в реанимацию областной инфекционной больницы. Двоих пациентов спасти не удалось. Все случаи связаны с употреблением домашней продукции в 4 видов. Это рыбы вяленые домашнего приготовления и один случай были грибы домашнего приготовления. Вот. Лабораторно из 5 подтверждено 3 случая, выделен ботулотоксин группы А. Источники заражения ботулизмом – рыба, маринованные грибы, консервированные овощи, мясные консервы и даже фрукты. Зараженные продукты не меняют своих внешних и вкусовых качеств, а обнаружить яд можно только лабораторным методом. Бациллы ботулизма выделяют токсин – самый сильный яд в мире. В организме человека он парализует центральную нервную систему, может вызвать остановку дыхания и сердца. В настоящее время в Украине нет сыворотки, которая может остановить развитие ботулизма. Сегодня хочется обратиться ко всем жителям области – избегать употребления вяленой рыбы кустарного производства. Другого, наиболее эффективного способа профилактики ботулизма не существует. Признаки заболевания могут проявиться как в течение суток, так и через 10 дней. Слабость, головная боль, затуманенное зрение, затрудненное глотание должны насторожить человека. До приезда скорой помощи нужно тщательно промыть желудок содовым раствором, советуют медики. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5.